Так, что там? Начинается, да? А время что у нас? 12:24. Так, это что у нас? По-нашему это 10. Так, там что-то уже объявляют. Доброе утро всем. Мы собрали свои вещички. Покушали. В душ сходили, покушали. Чай попили, да? Со стола прибрали. Постельки заправили. Сейчас мы вот... Я в тракторе оставляю. И там ждем, когда все разъезжается. Забираем свой прицеп. Грузимся. И вперед. Сейчас будем смотреть. Так. Я сумки бросил. Сразу по делам пошел. Так. Пацаны, здорово. Привет, страна. Привет. Загоняйся, трактор завезел. Парни из Беларуси пригнали Мерседес сюда. 66-го года. Если я... надо, мы можем и на Урал завезти. На Урал. Ну, будет на Урале. Созвонимся. Обязательно загружаем. Он говорит, а трактор ваш тоже? Говорит, тоже загонять. Не, у нас, видишь, прицеп вот где стоит. Вон он наш где. Да, да, да. И сейчас я хочу переговорить, чтобы, может, подожди вот. Вот это... подожди, да, переговорите, пока он здесь, можно вам загрузиться сразу. Но... пока он не уехал, потому что он спешил. А, он спешил? Да. Сейчас. Спасибо, сейчас я это... Так, сейчас мы узнаем. Вот такой тральчик красивый. Вообще, у него там еще этот выдвигается. Так, доброе утро, ребят. Доброе. Вы нас загрузите. Да, вы нас загрузите. У нас проблемка. Наш трал, вот он стоит. Видите, что? И сможете нас подождать, допустим? Ну, подождем, но это когда они разъедутся? Да вот фиг узнает. Ну, будите все. Не, так не будите, сейчас все вот будут... Вот этот серый ваш, да, вот? Вот он, да. Урал-сервис. Ну да, его и... Не, ну если не вот взять. Так подъехать боком, вот так зацепиться... Не, мы пробовали, он выворачивает, он либо там... Он можно хлопнуть, да. Да, 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 он выносом, очень выносом, да. Чуть-чуть, зацепиться-то не проблема. Но это не так импровизированный такой забор сделали, да? Да, 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 но они офигенно сделали. Да, да. Ну я вчера по одним раз прошел, вышел. Да-да-да. Я тоже сходил туда-сюда, там эти. Ладно, в общем, я тогда сейчас... А впереди много прицепов стоит? Ну вот, раз, два, вот три, четыре, пять, шесть. Ебучие, да? Шесть прицепов, вот пока они не разгонят. Мы еще вчера приехали, я еще думал, вот крайним он будет. Если он, наверное, понял, куда он вписался, если он последний поставил, пока все ребята не уедут, но он будет ждать. Кстати, крайний-то может развернуться. А, там никого нет. Да, да, вытащит, да, ну, да. А этот что впереди, что сзади. Ну да, 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 согласен. Мне кажется, все равно не так, ну, если вот так подъехать под 90 градусов, вытащить, мне кажется, все равно можно, мне кажется, немножко. Попробовать, сыграть. В принципе, можно. А да, один посмотрел. С той-то стороны никого нет. Да, да. Вынос-то он же туда, ну, в сторону, а назад-то он никак. Ну, в общем, сейчас мы, Шурик, там. Трактор сюда, вот, поближе, вот, передвигаемся. Да, да. Паненька, спасибо. В крайнем случае мы можем его вынести оттуда. Как канал называется? Александр Маляр. Александр Маляр? Да, а что, вы не смотрели, как мы загружались-то? Мы вынести можем его оттуда. Вы его можете? Да. Сейчас я скажу. Сейчас я Шурику скажу и попробуем, что нет. Так, видите, может даже вытащить. Вон у нас трал. И вот пока эти не заберут, нам сейчас мы с Шуриком переговорим, что как. Ребят, трал-то наш стоит, ждем. Максим, вы первые уезжаете в Беларуси, да? Да? Взяли приз. За что взяли? Самый ретро. Самый лучший грузовик ретро. Ретро-грузовик, это вот, который мы сейчас снимали, да, стоит. Загрузили, да. Загрузили. Ну что, красавчик, тем спасибо. Более через таможню как-то, да, умудрились. Сейчас вам еще обратно тащить. Тебе огромное спасибо. Рад я знакомству, спасибо, и дружбе с тобой. Спасибо. Так что давайте вам счастливого пути, нам тоже. Спасибо, Саня. Так, и вы, вам тоже удачки всем, спасибо, ребят. Спасибо большое, и вам. Так рад что... До следующего года. До следующего года, да, может быть, переведут где-нибудь, сделают в Екатеринбурге, туда приедете. Да, нам без разницы, куда ехать. Можете к нам в Белоруссию приехать. В Белоруссию, кстати, меня звали на завод. То есть экскурсия меня еще впереди, но не знаю, в этом году или в том. Вы сразу звоните, чтобы мы вас встретили, приняли. У нас очень привезли, красиво. Привезли, хорошо. Накормили, напоили. Все. По... с мясом. А я чувствую, меня там в Беларуси порвут на кусочки, потому что каждый зовет
в гости и родственники, и родня, и друзья, и все зовут, короче. В общем, давайте вам удачки, всего хорошего. Давайте пятерку. Давайте. Так. А, вот. Давай, счастливо. Все, погнали, мы тоже. Так, ну что, ребят, время 2 часа нашего. Это что у нас? Короче, все вроде разошлось. Поехали на загрузку. Огромная благодарность. Прям молодец. Сейчас мы дождемся. Прицеп наш здесь. Саша, вот он летит. Так, вот Саша сейчас, может быть, сбоку попробует залезть к нему. Шурик говорит, сможем, но не будем рисковать. Сейчас дождемся, когда вся толпа загрузится по очереди и уйдет. Я сейчас, наверное, подъеду к этому задом. Нет, мне надо, получается, передом надо подъехать. Интересно, как раскладывается красиво. А это как упор, да, у вас идет? Нет, это частичная погрузка буксиром, если говорить. А, даже буксир возит. Вот, смотрите, прям выходишь. Все дополнительно. Я первый раз такой видел, честно сказать. О, оп.
Сейчас заезжаем и ждем. Ну, чтобы времени не терять. Так, сейчас, ребят. Так, видите, оно помогает у него. Прям молодец. Смотри, как мы как смотримся красиво. Супер. Выглядит вот это. Я говорю, даже смотрится красиво, технику поставили на него. Сейчас они вот по очереди. Сейчас я помогу ему там все снять, этот, распаковать. Шурику надо помочь. Я уже встаю. Все красиво. А ты поди уже сам можешь за деда ездить. А? Можешь? Красавчик, молодец. О. Сейчас мы готовим. Разматывает. А он хитрый, он варежки одел. А чехол что, сложил уже? А все, ну все, ребят, мы готовимся тогда. Сейчас ждем только вот, чтобы нам спереди вот убрать стоят прицепы. Ну все, зацепились, разогнали очередь, тоже пока дождались. Время идет. Сейчас Санька встает, Шурик водитель. У нас еще один получается появился. Шурик водитель. Так что поедем мы с ним дальше. Эвакуатор уже нас уже ждет. Так, без меня уже. Внук руководит. Сейчас пойдем. Будем заезжать вон туда. А у меня есть еще вот такой танковый шлем. Так. На месте.